Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Четвертый день. Забираем 15 самоцветов. Ох ты, зомби, у нас шлем, ребята, выпал. И крылья для... Как он там? Как он там называется-то, ё-моё? Супер дизель. Да, на супер дизелек. Так, ну что, результаты. Давай. Ты, ёк-макарёк, что ты делаешь, Рэй? Так, опять наша команда выиграла. Друзья, я вас поздравляю с этим делом. Все. Так, зимний шин, ускоритель фляг. Я не могу понять, а почему никто не запускает этот? У нас что, не осталось ни одного старшика, что ли? То есть у меня ни одного зама, что ли, нету? Потому что, как я не зайду, у нас все время откат. То есть постоянно я его запускаю. Так, ну что, друзья мои, я не знаю, 43 тысячи кубков нужно получать кровь из носа, потому что скоро сезон заканчивается, а я... А я еще... Блин, далеко-далеко, мне еще надо... Это я до сюда дойду, еще потом 7 тысяч кубков нужно заработать, чтобы получить 50 тысяч. Ну что, трасса била. Кто-то писал в комментариях: «Рэй, хорош ездить на одной и той же машине». Друзья мои, а на чем я должен ездить? Скажите-ка мне на милость. Если не на той же самой машине, то на чем? У меня ничего больше прокачанного нету. Периодически езжу на багги. Вот танк у нас есть. Чем там? Мы с тобой что-то не... А, мы же хотели... Хотел я это докачать. И... Что-то же еще вроде бы мы прокачивали. Вот эту вот машину, да, по-моему? 230, не хватает чуткарика, не хватает. Прокачаем, потом посмотрим, друзья, как она вообще, эта машина, в деле. Я знаю точно, что ей придется ставить крышу. Это по-любому. Без крыши она... Ну ты камикадзе будешь без крыши. Просто тюш, и сразу на вылет. Как-то так. Ну что, поехали тогда. Трасса била, горячий асфальт. Посмотрим, насколько этот асфальт, друзья мои, горячий. Ёх, макарёк. Воу. А баги хороша. А как она так умудрилась сделать? Скажи ко мне на милость. Поделись-ка фокусом, баги. Как ты там перелетел? Наверняка на этих, на монетном ускорителе, да, шпарила? Че он там? А, у него крылья. Да нет у него, по-моему, никакого монетного ускорителя. За счет крыльев? Ну, в принципе, да, это может быть. Ребят, если он поднялся, например, с высокой горочки, да, на крыльях, если крылья еще к тому же прокачаны вот здесь вот, он может в легкую, так сказать, прилететь. Прилет, так сказать, сделать. Воу-воу-воу-воу! Твою! Я, честно говоря, думал, что мы встанем с тобой на колеса. Ага, встали. Вот я сам себе, как говорится, и подосрал, если честно. А по-другому не назовешь что-то. Друзья, ну как? Как так можно было сфейлиться, блин, на ровном месте? Перепрыгнул и... Обидно, когда вот на таких моментах просто сгораешь. Ну, вот здесь, надеюсь, у нас все будет чики-пуки. Как ты думаешь, будет чики-пуки у нас или нет? Конечно, будет. Все, ребята, по... Да, я на первом месте. А мне нравится этот шлем. А тебе нравится? Если нравится, то... Напиши об этом в комментарии. Да, конечно, тебе нравится. Это... Я не знаю, почему этот шлем называется зомби. Мне кажется, что это шлем спартанца какого-то. Ну, уж никак не зомби. Я помню эту тупость. Я помню, ребята. Ну, слава богу, я здесь хотя бы не разбился. Хотя мог. Да не то, что мог, я и разбивался. И неоднократно. Ты смотри. Смотри, что это делает. Оу. Ну давай ты, ядрен матрен. Ну что это? Все, все, все. Я, ребят, преимущество потерял. Тут, тем более, сейчас уже финишная будет. Вот она. Как же меня раздражает этот вот прыжок дурацкий, от которого постоянно я в него врезаюсь. Ну... Редко, когда получается не врезаться, но в основном я фейлюсь. Именно на этом. Ох! А как? Нифига он там, ты видел? Хорошо, он там подлетел, я тебе скажу.
Ой, ё-моё, ребят. Ну все, 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 все. Давай еще перевернись до кучи. Ну, второй, второй. Тот меня, конечно, мог бы сейчас обогнать. А по итогу-то какой я еду? По очкам-то у меня что там получается, ребята? Вы не заметили? Я что-то лопухнулся, не посмотрел. По-моему, я по очкам там второй или третий. У меня нет слов. Ты видел, что произошло со спорткаром? Правильно, ты увидел. Он разбился. Трындец. Ну как так-то? Твою налево. Вторым, ну хоть не третьим. День гонок. Чё-то, вот что значит два дня не поиграть, ребята. Два дня не играешь, и все, и мастер-класс твой пропадает. Тут еще и на байке, к тому же. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, спорткар, тихо-тихо-тихо, роднули. Да он в горку меня делает, как будто я и не еду вовсе. Как будто я стою на месте, понимаешь? Ну тут мы вроде бы, слава богу, газанули. Да, и первым я все-таки приехал. Ох, разворот называется у нас трасса. Разворот, а почему разворот называется? Ну что опять, ну что опять? Ну поддай ты газку-то. Я понял. Я вижу, что он с этим едет. С нитро. А что я могу сделать? Ему сейчас только нитро где-нибудь найти, все, друзья мои. Вон, нитро внизу. Будет он, интересно, ради него спрыгивать или нет? Ну, для меня это уже не имеет значения. Хотя он, смотри, сзади ехал практически по пятам. Еще одна гоночка у нас. Давай-ка также не обделаемся, и все будет у нас четко. Надеюсь, будет четко, хотя мы если мы с тобой две трассы, я заметил, едем нормально, да? Более-менее. То на одну из какой-нибудь мы обязательно хандрим. Обязательно. Не знаю, почему так происходит. Но есть такая тенденция. Тут, слава богу, папочка сделал все как надо. Все правильно, нигде не оплошал. И заняли мы первое место. Кстати, мы не посмотрели с тобой задание. Проедем... Какой супербайк? О чем ты говоришь? На скутере. Ну, какие эти повороты сделаю на скутере? Ну, ты серьезно? На скутере ему сделать это. Тут у нас сельский кубок, а он мне, блин, сделает, говорит, 6 поворотов на скутере. На бамбутере тебе не сделать 6 поворотов. Ты посмотри, смотри, какая ожесточенка идет. Меня... Это кто такой? Зелеони. Зеленый, что ли, какой-то? Зелеони. Че ты не клюнул носом-то? Эх! С нитро ехал он. Ну, я, если честно, говорю, чего-то вроде бы там и не видел впереди. Как он там скорость-то разгонял? Скажи-ка мне на милость. Давай-давай-давай, зеленуха, шпарь. Ох, сейчас он здесь газанет, ребят. Но папа все равно первый. Так, Рэйчик, давай-ка мы здесь с тобой не подведем и сделаем все красиво. Займем первое место, и чтобы мы были топчиком. По-моему, нам не светит сегодня топчик. Ай-я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 й. Посмотри, смотри, смотри, смотри. Синий меня настигает, друзья мои. Воу. Давай-давай-давай-давай. Есть. Ну вот. Носом поехал. Мы хотели сделать? Нифига. Ты что за мордоворот такой тут прыгает? Фу. Песок в купальнике. Вот здесь можно взять, друзья, с удовольствием и багги. Слушай, мне, кстати, во сне приснилось, что я ездил на ватрушке и довольно неплохо ездил. Я серьезно говорю, прям... Нет, 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 нет! Нет, твою же... Ну все, ребят, ну это... Ай, нет, мой. А этот чуть-чуть там застрял. Голодранец. Обидно. Ой-о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 й. Да ну. Придурочная машина, блин. Давай еще разбейся,
Это надо было, это на финише так обделаться. На байке можно проехать. Нахренаги можно проехать, блин. Едь ты уже. Ой, дурень-то, деревяшка ты пустоголовая, а. Что на меня так повлияло, а, друзья мои? Я не понимаю, что со мной вообще происходит? Как будто я не то что, я как новичок себя чувствую в данный момент. Серьезно тебе говорю. Как будто я вообще не играл в эту игру. Да в первый раз я играю в нее. Баги, которые предназначены вот для этих вот трасс, едет как я не знаю что. Понимаешь? Да что ты будешь делать? Что ты не едешь, ты не шиша, блин, ну. Вообще не хочет. Ой-ой-ой. Кто там у нас обогнал? Причем вообще в легкую. Третий, да, получается. У меня очень мало, ребят, очков. Три. Съезжаем вниз. Не знаю, ребят, баги что-то не котируются. Давай попробуем на супердизеле. Ну вот я зря, наверное, здесь взял супердизель. Ну, вроде пока нормально себя чувствует. Своими этими прыжками. Не, ну так-то нормально. Прикольно. Что-то вообще всех сделал, как этих. Супер дизель лучше всех. Там на выскочке кто-то ехал. Она как-то так прыгает. Прикольно. Смотри, как она перелетает. Тут вообще. Давай. Да, в горку, конечно. В горку она что-то. А там кто на чем там едет-то? Так прыгает, как будто. Блин, там на мотор. Так она едет, как будто, я не знаю, ребят, на крыльях летит. Очень долго. Опять этот Рудра. Опять, ребята, этот Рудра. Ну ты видел, что происходит, блин? Ёк-макарёк. Это мне повезло, что я взял горючее просто-напросто. За счет горючки только, ребят, подлетел так высоко. Кубок колпака и ступицы. Ну что, ой. Ой-ой-ой. Кубок колпака и ступицы Рэй решил на супердизеле рвануть. Как думаешь, это хорошо или плохо? Черт его знает, что это. Я вот вижу, что меня какая-то какаха там обгоняет. Но обогнать не смогла. Как ты вот вроде едешь, в то же время больше не едешь, а как будто прыгаешь. Знаешь, как на попрыгунчиках каких-то едешь. Как-то вот непонятно. Давай. Куда мы там летим? Фиг его знает. Отлично. Видишь, очень высоко она подлетает. Но зато уже финиш. Так, хорошо. Это вторая у нас была, да, трасса? И последняя, это пыльная долина. Пыльная долина, друзья. Так, выскочки, кого там только нету. Вот.
Слушай, а вот то, что он там вот это вот прыгает, наяривает, это что-то ему дает или нет? Так, ты главное не перевернись у меня. Шериф, блин, ну ладно, все равно первое место у нас. Вроде бы хорошо, и в то же время плохо. В то же время, ребята, плохо. Так, магнит, ускоритель, фляг, стартовый ускоритель и... кубок путешествий. Что за кубок путешествий? Блин, ну вот на этих ехать, я не знаю. На ККМ-ке. Ехали мы как-то с тобой. Накапливайте энергию при вождении и торможении. Использованию... Так, дважды нажмите на другую... Использование. Удерживайте педаль дважды и нажмите на другую педаль. Вот этого я так и не понял. Надо как-то привыкать к ней. Вот что вот она? Что вот она шипит все, как... как, я не знаю, как... ой, как полоумная. Ну, допустим. Ну, здесь понятно. Здесь мы с тобой заняли первое место, потому что накапливание при вождении и... то есть мы накапливаем с тобой и... да я понял уже, что вы мне показываете-то. Это вот так вот. Угу. Едь, едь, едь. А, тут уже финиш. Вроде бы как бы ничего сложного нету, но не могу все равно понять, зачем нам надо нажимать кнопку какую-то там. Вот это что такое шипит? Вот это... это мы типа ускорение нажимаем, что ли, да? Я накапливаю энергию, и ускорение за счет вот этого идет. Я так понял. То есть, когда мы нажимаем на тормоз, вот у нас такая идет ускоряха, типа, да? Верно я понимаю? По-моему, да. Жить. Так, ребят, миля шахтера. Естественно, милю шахтера надо... миля шахтера только вот на нашем раллийном авто. Давай, давай, не подкачай. Дай-ка я, наверное, вот здесь спущусь. А, тут случайно я не одна ли гонка-то? А то что-то мне напоминает это тут. Да, это, по-моему, одна гонка здесь всего лишь будет. Трасса просто до боли знакомая. Да, так оно и есть. Ну, тем лучше для нас. Тем лучше, потому что мы уже первыми. И я уже сомневаюсь, что нас кто-то здесь сможет обогнать. Верно? Сейчас, по-моему, где-то уже и финиш тут должен быть. Вот он. Все, ребята, как с куста. Попоры, все сделал правильно. Первое место. Ну что, заедем или нет? Нет, пока еще. Так, ревет, ревет. Ревет, ревет. Поехали, горный кубок. Слушай, а как... я вот, кстати, знаешь, еще не видел, как гоняет на моноколесе. Это, наверное, вообще жесть, да? На моноколесе. Там, наверное, равновесие нужно держать. Как не знаю кому. Как не знаю кому, как не знаю как. Опа, чувачок-то не кисло так залетел, да? Да-да-да-да-да. Нет, получилось, я думал, не вытянет. Вытянул. То есть он умудрился подняться, жить, а я его обогнал. А как он через такие рожицы делает? Вот эти вот всякие снеговики и там еще что-нибудь. А, ребята, кто знает? Это, наверное, донатная какая-то штука, да? Так, едем аккуратно. Да-да-да-да-да. Ой, ёк-макарь.
Я засмотрелся, ребята, блин. Я засмотрелся на этот, на тягач. И вместо того, чтобы притормозить немножко, чтобы выровняться, я наоборот еще дальше газовал. Вот тебе и получился вот на этот тягач я засмотрелся. Так, дай-ка я вниз, наверное, поеду. Мне почему-то захотелось вот именно понизу. Ох, ничего себе-то. Я думал, сейчас разобьемся. Нет, все получилось хорошо. Ну вот, мы с тобой и заехали на этот пригорок. Так, у нас что там? Гонки на скоростных спусках. Блин, как она по этим колесам вообще не едет, прикинь. Это что, я еще тут с баги не соревновался. Фига вы, ребята, дали. Баги против меня поставили. Простачки. Мудачки, да? Давай, папа Рейс, шпарь. Да-да-да-да-да, все. Вот здесь вот, вот здесь-то надо было как раз снизить скорость, но, слава богу, финишная уже была рядышком, и поэтому нам повезло. Идеальный, без идеального старта, ребят. Без идеального старта. Ну вот. Вот тебе и хандра. Так, мы все равно первый. Все равно, друзья, первый. Как-то едем еле-еле. Кубок шахты, кубок шахты. Поехали. Шахты нам проходить не привыкать. Сейчас попробуем тут идеально приземлиться. Е! Ай-яй-яй-яй-яй, мотоцикл. Мотоцикл, ты должен... Смотри, а он не дурачок. Он-то боится вот эти вот как раз-то. Вот эти вот... Да хорош! Фига, блин! Пока я там поверху лазил, меня просто взяли эти два обормота и обогнали. Так, чепушило с монетным ускорителем. Вот что я тебе хочу сказать. Я без монетного ускорителя, друзья мои. Все, доигрался. Чепушило-то. Он там врезался, ребят. Он врезался в потолок, по ходу дела, да? Ну и, соответственно, погиб. Так, это я помню. Это где у нас, по-моему, валуны. Валун будет один, это точно должен быть. Твою налево, блин, набираем скорость с тобой. Просто зазря. Ух, замечательно. Пролетел, даже, ребят, не заметил. И опять туннели, да что ж ты будешь делать? А тут туннель на туннеле, туннелем погоняет. Тут и супер дизель. Кто там едет первым? Вертушка. Я поеду вниз. Ладно, фиг с ним, шлем потерял. Зато не потерял достоинства. Это рейд и дуст, конечно. Это ты, да. Лучше и придумать не мог, да, ничего? Как врезаться, блин. Я понял, 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 понял. Опа. Все, кому не лень, друзья мои, шпаранули. Так, здесь надо... Ёпарасоты. Да куда ты, твою на... Ну ты что, серьезно, что ли? Че ты до самого финиша-то не доехал, ё-моё, а? Таким макаром. Трындец, ребята, 0 очков. Там разбился, тут ничего не занял. Ёпарасоты. Захотел отъехать назад. Захотел отъехать назад, чтобы это... Ну и сам видишь, что получилось. А тут уже... Тут уже никого не волнует, какое я место. Хоть я первый займусь, но я буду последним. Как-то, блин, не прискорбно, друзья мои. Ну, последним я имею в виду третьим. То есть в любом случае мы с тобой сейчас будем делать откат назад. Бесит. Это меня бесит. Моя же тупость. Назад отъехать. Нафиг надо было ехать уже вперед, блин. Меня вообще здесь нету. Меня вообще здесь не поставили. Даже рядом, ни с кем. Не то, что даже третье место. Вообще никакого не занял места.
Так, тут всякие коди, шподи. Ну, естественно, ну, естественно, ё-моё. Чё-то, ребят, у меня боевой дух упал. Давай еще валуном прибей меня здесь. Как в тот раз, помнишь? В прошлой серии. Валун. Да? Вот из-за того, что я не попал там в трубу, а поехал сверху. Вот я и сфейлился, друзья. Четвертое место. 0 очков. Да едь ты нормально, что ты... Я не помню, что тут, друзья. Я не помню. Угу. Замечательно. Так, и остается у нас последняя гонка. Я не помню, правда, как здесь у нас обстоят дела. Что-то наверх. Сейчас, по-моему, то ли в трубу, да, в трубу сразу же попадаем. Но на этом, по-моему, прикол не заканчивается, да? Сейчас я... Нормально все. Все отлично. Здесь-то мы как раз и не обделались. Здесь мы проехали как лучшие гонщики. Но я вернулся просто на свое место. Че, опять глубоководная езда? Еще одна? У них то пусто, то густо, да? Вот смотри, видишь, как МК едет? Я не вижу, чтобы она пыхтела, как моя там. Опа. Дурила, а ты потерял преимущество свое, потому что ты без воздуха захотел поехать. А тут без воздуха нельзя. Да. Пока там этот ехал по правилам как надо, я без правил сделал его. Так, я вот не помню, ребят, тут... Блин, уже поздно. Уже все, уже поздняк. Эх, поздно. А ведь такой хороший, ребята, был старт, а? Такой хороший был старт. Может быть, не последним все-таки приедем-то? Третьим? Третьим! Третий — это не последний. Ну что... Талассофобия. Что за талассофобия? Объясни-ка мне на милость. Что такое талассофобия? Я знаю, клаустрофобия там. Что еще у нас там есть? Я не знаю, арахнофобия. В общем, всякое дребудение нафигища. А тарасофобия — без понятия. Боясь чего? Мне нравится, что там на заднем плане, ребят, такой он, видишь? Супер гигантский осьминог. Или кальмар, или спрут. Я не знаю, кто такой. Но он очень страшный. Не хотел бы я подъехать к такому. Даже рядышком бы не хотел проезжать. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Первое место, ребят. Ну что, по моим подсчетам еще раз, два, три, четыре, пять. Пять или шесть гонок должно быть. Зеленый кубок. Так, шведы там, да? Шведы едут под Полтавой. Шведы едут под Полтавой, надо как-то их обгонять, ребят. Шведы в НАТО лезут, так что надо их обгонять. Так, ну что, у нас тут спартанские гонки теперь. Ой. Ну вы серьезно, что ли, блин? Два этих, как их звать-то, друзья? Скажите, я скажу вам. Два выскочки. Понимаешь? Два выскочки против папы вышли. Опа. Опа. Хлыщ-то откуда тот тут взялся? Непонятно. Что он вообще тут делал? А выскочки начали вроде так бодренько, да? Но по итогу обделались. По итогу-то. Ну что ты, твою ж душу,
делаешь-то? Врежься, блин. Топпи. Топинамбура несчастная. Да-да-да, он там тоже, ребят, не может. Он в любую кочку врезается, его там переворачивают, как я не знаю кого. Вот и все. Я приехал. Как надо. Получится дорога. Так, ребята, это не та ли самая дорога, где мы любим таскать будку из-под воды? Не это ли трасса, блин? Будем надеяться, что не это. Хотя уж больно сильно напоминает мне именно ее. Аккуратненько, аккуратненько. Не, возможно, это эта трасса, только она будет не сейчас, а вторая там или третья. Вот там-то мы с тобой будку как раз эту и подтащим. А мне не хотелось бы ее тащить никуда. Будем честны. Так, смотри-ка. Смотри, 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 смотри. Привет, вертушка. Это же она? Или не она? Нет, это не та трасса. Но я ее прекрасно вспомнил. Я обычно так всегда и делаю. Я врезаюсь там целенаправленно, причем врезаюсь и делаю так, чтобы мы... Блин! Чтобы... Ну и зачем ты так сделал, Рейчик? А может быть, оно так и лучше будет? Это эксперимент был такой, ребят. Там уже кто-то раздавил машину, непонятно кто. И когда, и где. Нет, тут проехали вообще на изи, на одном дыхании. Надо же, я и задание еще завершил. Какое задание? Сделай 6 поворотов. Вот видишь как? Сам того не знаю, сделал 6 поворотов. Лес приключения. Тоже, кстати, скоро сделается. Но вот 6 поворотов на скутере, это, конечно, ребят, не для меня. Не про меня. Как скутер, я тебе буду сейчас брать скутер и ехать на нем 6 поворотов делать. Губишки закатай, не будет такого. Так расстроили меня, блин. Давай, 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 давай. Вытянул, вытянул, красавчик. Вот теперь этого белесого бы как-то наказать. Как ты его накажешь? Я не знаю, ребят, как ему его наказать. Я пока там пердохался, блин, меня уже вон кто видел. Ну что, что с там? Что случилось с говномашиной, ё-моё, а? Вообще не хотел ехать, и старт идеального не получается, да ёпрасоты, блин. Как так-то? Все умные ребят заехали, а все дураки вот так вот остались. А дурак только я и там еще один. Остальные все по уму сделали. Опять третье место. Отъезжаем. Ну, таким макаром мы с тобой... Не то, что 5-6 гонок придется нам ехать, а вообще до посинения будем. Сейчас после этой гонки попробую на супердизеле скакануть. Чувак упорхал там что-то вообще уж больно лихо, тебе не кажется? Ты, блин, серьезно? Я тупее гонки не видел. Какого хрена он врезался-то? Твою налево, вместо того, чтобы проехать, он просто врезался и ударил. Вот такого, ребята, еще ни разу не было у меня. Вот такого вот дебилизма, который вот сейчас только что демонстрировался. Так, теперь этого пердохалки только тут не хватало мне. Почему он приземляется быстрее, чем я, блин, а? Я не понимаю, блин, приземляется быстрее, чем я. Я не понимаю, я целенаправленно... Все. Фиаско, ребят.
Да что тебе крутит-то, как я не знаю кого, блин, а? Какой? Второй? Я, наверное, второй, ребят, здесь буду. Да, вторым. Блин, что происходит? Ну-ка, где у нас там супердизель? Сейчас попробуем милю в пустыне сделать на супердизеле. Нормально? Нормально, ребята? Насмешили. Все просто погорели, ребят, на этом. Я даже удивлен. Они абсолютно все погорели именно на том подъеме. Да. И сколько таких подъемов еще их ожидать впереди? А что у нас стоит с собой? Монетный ускоритель, нитро. Я думал, а может быть нам как-то... Не надо, наверное, ничего менять. Пускай как есть, так и есть. А, тут одна гонка. Черт меня понес-то вот сюда-то, а? Твою-то... Просто, ребят, вот... Да что же за непруха? Да потому что я начинаю, ребят, на расслабоне, понимаешь? Уже еду первым, расслабился вовсю, блин. Что меня никто не обгонит. И вот, на тебе. Вот на тебе результат. И я постоянно забываю, что у этой машины крыши нету, блин. Ну нет у нее крыши, ты понимаешь? Нету у нее. Это не крыша, это так картонка, блин. Просто какая-то картонка. Да. Мы... А я так и думал, что, ребят, будет не одна гонка, а, блин, 5 или 6. Так, багги, вали отсюда, а? Едет он там над душой, так сказать. Да, тут первыми. Как так-то? У нас же первая гонка была, мы же разбились. Ё-моё, точно, ребята. Первая гонка у нас была... Просто разбились мы, поэтому... Я совсем про это забыл. Чего? Вот как вот он так подлетел, друзья? Ну вот как? Ну нереально же так лететь, причем на самом финише. Так, давай-ка без этих. Ну, у меня нет слов. Ребята, у меня нет слов. По поводу вот этого вообще нет слов. Когда-то ты можешь проехать нормально, а когда-то ты вообще просто насмерть разбиваешься и все. Сколько здесь гонок-то, кстати? Я, наверное, поеду поверху. Так оно, мне кажется, будет лучше. Да. И что у нас? 4 очка, получается. Там еще у кого-то 4 очка. Помимо меня. Поэтому мне нужно здесь зарабатывать первое место. А, Израиль, наверное, у него первое место там. Все, ну, твою налево, я ж пужанулся, думал, сейчас опять врежемся в этот черепундель. Ну, чувачки-то там. Третий, и что по итогу? Второй? Второй, ребят. Что-то как-то у нас не вяжется сегодня по гонкам, ребята. Мы обычно уже давным-давно с тобой бы взяли кубки.
Но столько раз, сколько я уже сегодня поразбивался, такого я уже давно не помню. Если честно. Тягач-то, смотри, тоже молодец, перепрыгнул. А Багги врезался, по-моему. Так, тихо. Нормально. Пока все, слава богу, хорошо. Давай сюда занырнем. Упс. Судя по всему, здесь одна гонка. Так, я надеюсь, у нас там боссов-то не будет никаких. Побрякушек там или еще что-нибудь. Блин, на 50 тысячах, по-моему, будет босяцкий, насколько я помню, да? С ним еще нужно будет потом драться, бороться. Ай-яй-яй-яй. Вон там, что там у нас? Воскресный чемпион. Вот на воскресном чемпионе можно было бы, кстати, наверное, на супердизеле проехаться. Наверное. Опа, этот чувак, да, не дурак. Взял, просто перепрыгнул, да и все. И едет себе довольно. Опа. Нормально. Ну, тут водный путь. Тут, кстати, 4 гонки. Не 3, как всегда, а тут 4. Кто-то там стрял в болото, в лужу попал. А у нас все пучком. А у нас все пучком. Замечательно. Виктори. Ну что, Моррисон, давай, погнали дальше. Заезжаем. Так, выскочка там что-то выпендривается. Заехали и тут. Все чин-чинарем у нас идет. И финиш. Все, ребята, 3 первых места. На 4-м уже в гору с ветерком. Можно уже, как говорится, расслабиться. Даже если мы не займем здесь 1-го места, оно у нас уже обеспечено. Да что машину-то поднимает? А так, ёк-макарёк. Давай, завязывай уже, парень. Сейчас, пум. Давай вот здесь вот пролетай. Выскочка этот лезет. Он оправдывает себя полностью. Выскочка, ребята. Лезет, куда его не просит. Ну. Да, друзья мои, мы взяли с тобой 30 деталей. Это у нас на танк управления В. Управление в воздухе, я так понимаю. 43 тысячи кубков взято. В следующей серии мы возьмем 46. А там уже, наверное, ребята, и будет 50 тысяч кубков. Ну, скорее всего, нам надо будет еще с боссом. СПС. СПС. Вот. Так, что у нас там в гонке? Глянем, друзья мои. Такс. Завершите трек как можно быстрее. Как можно быстрее. Давай попробуем. Это был монетный ускоритель бы, если честно, да? Или магнит, магнит и ускоритель этот монетный был бы вообще идеально. Не, магнит... Тут я, блин, уже заговариваюсь. Монетный есть. Пауэр. Пауэр приехал первым. Автобус. Ну, давай в гараж зайдем, посмотрим, что у нас тут. На автобусе есть. А у нас на автобусе дофига что есть, кстати. Смотри-ка. Не знаю, ребят, давай поехали. Попробуем. Гонка. Кстати, на автобусе 1000 лет не ездил. А что случилось-то? А что ты быстро-то? Ну, тут-то на баги-то понятно. Баги у меня укомплектованы нормально, поэтому... Да что ты?
Ну вот это, ну... Да ядрен, матрен, ну... С каждой кочкой поцеловаться ему надо. Закончено. Так, а здесь у нас что? Монетный ускоритель. Ума не приложу. Ну, поехали. Я представляю, сейчас еще будет. И чё? Выкрапался. Чувак на автобусе раскололся, врезался там. Все, закончено, говорят. Как-то вот так вот прокатился. Так, в приключениях у нас ржавый риф. Ржавый риф, друзья мои. Поехали прокатимся, наберем, насобираем чутка сундучков. Блин, это вода. Блин, я терпеть не могу эту воду. Сейчас я тут доиграюсь. Я быстренько обычно на воде фейлюсь. Даже пикнуть не успеваешь. Как дядя Рэй уже лежит кверху брюхом. Давай, аккуратненько. В принципе, мы же с тобой здесь не едем против кого-то там, да? Мы же можем спокойненько ехать. Да, спокойно ехать и Рэй это... Несовместимо, согласись. Это не про меня. Давай, 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 давай. Так, я не понял, опять этот соседушка со своим перфоратором вылез, блин. Как он достал уже? 10 лет, ребята, со своим ремонтом. Оу, щит. Зимние шины и ускоритель. Дым. Ладно, ребята, а раз он вышел, он не даст мне поиграть. Будем, короче, закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.